Всем привет, друзья! Меня зовут Алексей Стилеров. Сегодня мы будем снимать очередной тренд. Сегодня мы будем разрывать шейкер для протеина обычными резинками из-под денег. В интернете полно видеозаписей, там, где блогеры разрывают то арбуз, то даже бутылку с-под кока-колы. Честно говоря, мне кажется, с шейкером это не получится. Поэтому сегодня я буду выполнять это видео не один, а вместе с Марией Соколовой. Всем привет, меня зовут Маша Соколова, и взрывать шейкер сегодня буду помогать Леша и я. У нас с ним 1000 резинок. В шейкере находится мой любимый протеин. И понятно, что когда шейкер разорвется, если он вообще разорвется, то здесь будет очень много грязи. И поэтому, так как задание выполняем мы с Махой, кто последний наденет резинку и, возможно, шейкер разорвется, тот и будет все это убирать. Итак, главные герои. Мы с Махой, шейкер и 1000 резинок. Все, погнали. Чтобы ускорить процесс, потому что я чувствую, резинок мы наденем очень много, мы надеваем по 3, по 4 штуки. Пальцы немного устали, мозоли, я чувствую, будут завтра просто такие кровяными. Но все ради вас, друзья, все ради вас. Надели мы примерно где-то, ну не знаю, Машка говорит... Штук 600, 600, я думаю. 600, да, уже надели. Мне кажется, уже близок финал, близок. Чувствую запах протеина. Ну вот и подошел к концу этот крутой выпуск. Я рад, что не я проиграл, а Маха. Сейчас она все это уберет замечательно. Честно говоря, получилось очень круто. Не думал, что шейкер именно так разорвет. Я думал, либо крышка вылетит, либо еще что-то, а он именно разорвался. Поэтому пиши свои комментарии, какие ты еще хочешь, чтобы мы провели тренды на фитнес-лад. Ну, конечно, хотим поблагодарить Алекс Фитнес за то, что они разрешили провести здесь съемки. Подписывайся на наши инстаграмы, на Махин и на мой. Ссылки будут в описании. Ну, а с тобой был Алексей Стилеров и... Вот это больше собака. Все, ставь лайк. Пока.